Уважаемые дамы и господа, наш эфир открывает, как обычно, передача Яна Йоффе «Странички истории». Ян у нас на связи. Ян, добрый день, как вы нас слышите? Добрый день, Анатолий, все хорошо. Добрый день, радиослушатели. Пришла осень. В Америке она начинается не с календарного, а астрономического года. Первый день осени, 23 сентября, день осеннего равнодействия. В начале сентября было много интересных исторических событий. Как писал Пушкин, все, что прошло, то было мило. Не знаю, насколько события далекого прошлого были милы. Явно, что события 11 сентября 2001 года, когда террористы взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке, к этому не относятся. В 1281 году империя монгольского императора Кублай-хана, это внук Чингисхана, была самой огромной из всех, которые когда-либо знало человечество. Она простиралась от Кореи до Венгрии, включала в себя Китай и Россию. Для полного счастья императору захотелось добавить еще непокоренную Японию. Кублай-хан собрал огромную армию вторжения, 140 тысяч солдат и флот. Монголы сделали попытку высадиться в бухте Хаката, но японские самураи сражались отчаянно и заставили монголов вернуться на свои корабли. Тогда они решили повторить попытку 1 сентября. В этот день на монгольский флот обрушился страшной силы тайфун, который уничтожил сотни кораблей. Погибли десятки тысяч монгольских солдат. Остатки пытались вернуться в корейские порты, но были перехвачены японскими самураями, часть из них была взята в плен, остальные перебиты. Так погибла монгольская огромная армия вторжения. С этого дня японцы называют этот разрушительный тайфун священным ветром, камикадзе. Слово это стало символом японских летчиков-самоубийц конца Второй мировой войны, которые жертвовали своей жизнью, бросая самолеты с полным боеприпасом на американские корабли. История, а скорее всего легенда, говорит нам, что Рим был основан братьями Ромулусом и Ремусом 21 апреля 753 года до нашей эры. Прошло 1229 лет, 4 месяца и 14 дней, когда 1 сентября 476 года уже нашей эры последний римский император, 16-летний Ромулус Августус, отрекся от престола под давлением восставших германских наемников. За 11 дней до этого во время мятежа был убит его отец. Королем Италии впервые стал варвар Одиллер, сын одного из приближенных Аттилы. Первым римским императором стал Август, как вы знаете, еще в 42 году до нашей эры. Таким образом, Римская империя просуществовала 518 лет. А вот империя османов, Турецкая империя, просуществовала 500 лет. Империя Романовых только 300. Советский Союз и того меньше, 70 лет. Вот. Гитлеровская Германия, которая обещала Гитлер, что она будет жить 1000 лет, просуществовала только 12. Империя Наполеона, как и Гитлер, тоже оказалась недолговечной, 14 лет, и ускорила ее падение поход на Россию 1812 года, когда в июле 530-тысячная армия вторжения, тысячи орудий и 30 тысяч повозок пересекли российскую границу. Вот 7 сентября состоялось Бородинское сражение. Наполеон, увидев великолепный восход солнца над Бородино, воскликнул: «Смотрите, это солнце Аустерлица».
Ну, вы знаете, Аустерлиц — это поле сражения, где была разбита русская армия до этого. Но закат уже был другим. И хотя русские потеряли в этом сражении 45 тысяч солдат, французы — 30 тысяч. И путь на Москву был открыт. Русские потери можно было восполнить, но для наполеоновской армии, находящейся за 2000 километров от Парижа, они были невосполнимы. После Бородино солнце Наполеона уже прошло свой зенит, и дни его империи были сочтены. Когда министр иностранных дел Франции Талейран узнал новость о результате Бородинского сражения, он сказал: «Это начало конца». И он оказался прав. Через 3 года империи пришел конец. Были еще памятные даты. Это 5 сентября, трагическая дата 1972 года, когда арабские террористы захватили в Мюнхене израильских спортсменов. 8 сентября 1944 года, прошло 75 лет, дата освобождения Парижа. Вот. 6 сентября 1983 года Москва признала, что советский истребитель-перехватчик сбил корейский пассажирский самолет KAL-207. 269 человек погибло. Но это так, это листая календарь истории. А вот сегодня мне хотелось бы поговорить совершенно о другом. Поговорить о нашей стране, об Америке. Как-никак, на дворе осень, время угасания природы. Применимо ли это государство? А может, наоборот, это золотая осень, период урожая, период красоты и становления. Говорить об Америке можно долго. Все же это самая большая в мире экономика и самый большой государственный долг, самые наисовременнейшие технологии и одна из устаревших среди развитых стран инфраструктур, требующая триллиона долларов капиталовложений, чтобы привести ее в порядок. Америка – это самые лучшие в мире университеты и далеко не самые лучшие школы, прекрасные госпитали и самая дорогая в мире медицина. И так до бесконечности можно перечислять недостатки американской жизни и ее достоинства. Критики говорят больше о недостатках, о кризисе политической жизни, о сползании страны какой-то к леволиберализму, о разрушении американских ценностей. Возможно, это и так. Но я хочу поговорить о другом. Я хочу сегодня вот поговорить о моем, лично о моем восприятии Америки. Как-никак, я живу здесь очень много лет. Вопрос вообще восприятия любой страны, наше любое мнение будет явно субъективным. Ну вот когда, как там человек говорит, там, мне нравится Америка. Ну что, как можно такую фразу сказать, или не нравится? Это гигантская страна, 50 разных штатов, разные климаты, разные условия, разные люди. То есть человек всегда воспринимает, он пытается свое частное, маленькое, микровосприятие перенести на целое. Ну и, конечно, такой переход всегда связан с ошибками. Потому что человек может говорить только от себя, от своего мнения и от своего личного восприятия. Так вот и здесь, я хочу сказать именно о моем восприятии Америки. Когда-то в 1925 году американский президент, республиканец Джон Калвин Кулич, вот, был сторонник личности, борец против либерализма и прогрессизма, он, выступая с инаугурационной речью, сказал свои знаменитые слова: «The business of America is business». То есть это вот этими словами он выразил суть его отношения к Америке, что бизнес Америки – это бизнес. Это про него тогда написал Маяковский в стихотворении «Бруклинский мост». «Издай, Кулич, радостный клич, на хорошее и мне не жалко слов». Так вот, если вот в этой краткой фразе Кулича вы замените только одну букву, вместо буквы «С» – «бизнес», вы поставите букву «G» – «бигнес». «Business of America is business». То есть величие Америки и заключается в том,
что это огромная, большая, великая страна, давшая миру так много и в области демократии, свободы и технологии массовой культуры. Но дело не в размерах страны. И Китай, Россия, Индия – очень большие страны. Все же величие страны заключается не в ее размерах, а в ее духе. И это дух американской свободы, уважение к правам человека, к соблюдению законов, патриотизма знает каждый, кто приехал сюда или из Советского Союза, или из нынешней России, которая славится своей коррупцией, отсутствием независимого суда и произволом властей. В Америке, Америка, пожалуй, самая такая страна, где больше всего граждане жертвуют огромные суммы денег на благотворительность. В прошлом году эта сумма составила свыше 300 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны мира вместе взятые. Американцы, конечно, дают деньги и на религию, и на образование, и на медицину, на помощь нуждающимся, защиту животных и окружающей среды. В мире знают это. Сколько же миллиардов долларов ушло на помощь другим странам, включая Европу, разрушенную Второй мировой войной, когда Европа нуждалась в быстром экономическом выздоровлении. Все в Америке большое. Ее крупные корпорации, ее города и небоскребы. Может быть, из-за ее многообразия она и подвергается такой ожесточенной критике, и в основном несправедливой. Нет стран без недостатков. В Америке их предостаточно. Хватает. Мы знаем, вы все их знаете, вы читаете о них каждый день, и применение оружия, и масса иногда, которые, во время которого погибают десятки, то и больше людей. Но Америка живет своей жизнью, во главе которой поставлена идея американской мечты. Свободного человека. В Америке очень много неравенства, но главное, существует равенство возможностей. Получить образование, начать свой бизнес. Эта американская идея изложена и в Декларации независимости, и в американской конституции, и в краеугольной речи Линкольна в Геттисбурге, который он определил те основные критерии, которые живет наша страна. Это не делает Америку по-настоящему большой, великой страной. Много лет назад, по приезде в Америку, первые годы меня все время преследовала мысль. Вот там, где-то за вот пределами города, начнется другая страна. Ее нужно обязательно посмотреть. Конечно, денег ни на самолеты, ни на отели не было. Но выход был найден. Мы купили туристическую палатку, газовую плитку, спальные мешки и начали ездить по стране. На такой старой, огромной машине американской. 8 цилиндров, где надо у каждой бензоколонки было останавливаться. Но машина для дальних поездок была очень комфортабельная. Поездки эти наши продолжались очень много лет. Тогда мы не только увидели Америку, но и познакомились ближе с американцами, ибо вечером у костра в кемпингах идут неторопливые разговоры. Что мы узнали из этих поездок? Америка – удивительно красивая страна. Бог наградил ее и двумя океанами, и Мексиканским заливом, и бесчисленным количеством озер, рек, лесов, горы, равнины. Но главное – очень приятные и отзывчивые люди, всегда готовые помочь. Вот езжайте в национальные парки, посмотрите Запад Америки, Юту, Вайоминг, посмотрите Техас, Колорадо, Аризону. Проедьте по Атлантическому побережью, Флориду, Великие озера. Я не буду перечислять все, ибо объять необъятное невозможно. Не нужны дорогие отели. В Америке прекрасные кемпинги. Именно поездка по стране позволила посмотреть не только города и национальные парки. Мы познакомились и с замечательной историей этой страны, с ее монументами, местами сражений гражданской войны,
С них началось мое увлечение американской историей. Самолет этого не увидишь. Прошло много лет, и как-то в разговоре сын сказал мне, что он очень благодарен за эти поездки. Он тоже хорошо узнал Америку и постарается передать эти традиции своим детям. Одним из отличительных признаков Соединенных Штатов является наличие среднего класса. Это не значит, что в других странах, в развитых странах его нет. Он есть, но в Америке его количество и влияние определяет в основном само общество, его культуру. Отсюда и независимость человека, его желание и стремление полагаться на себя. Конечно, есть большая группа людей, которые уже привыкли жить за счет государства, требуя для себя все больше и больше благ. Но в целом американцы практичные, обладающие здравым смыслом и знающие, что благополучие человека зависит от него самого. Американскому среднему классу не присуще увлечение европейскими доктринами или идеологиями. Многим эмигрантам кажется, что американцы весьма ограничены, плохо знают географию или историю, а вот они даже знают, где расположен остров Мадагаскар. Конечно, это чушь. Американцы – нация прагматиков, знающих то, что они хотят знать. Все остальное им просто не особо интересно. Но то, что американцы знают, особенно в своей профессии, они знают очень хорошо и досконально. Вспоминаю давний-давний разговор за каким-то столом, и там вот как раз кто-то из эмигрантов хвастался, вот это я вот работаю в компании, там такие все тупые, а вот я. Я слушал его спокойно, а потом спросил его, задал ему вопрос. Ну вот скажи, пожалуйста, вот как жила эта Америка до того дня, до того, как ты сюда приехал? Кто вот создал эту страну, создал ее автомашины, небоскребы, хайвеи, города, американскую цивилизацию и культуру? Ну не было тебя здесь, кто это все сделал? И он как-то сразу замолчал, а то все я, да мы, да они тупые, да они ограниченные. Конечно, это не так. В Америке не прижилось ни марксизм, ни советский коммунизм, ни европейская аристократия. В Европе вы можете прожить хоть всю жизнь, и все равно будете чужой. Уже не говорю, что путь наверх, если вы не закончили престижные школы, вам заказан. Посмотрите биографию самых знаменитых молодых американских миллиардеров. Все они выходцы из рядов среднего класса, создавших свое богатство, полагаясь не на своих родителей, которого у них не было, а на свои идеи. Америка уважает своих профессоров, но, как отметил известный политолог Вильям Бакли, он уже покойный, он сказал, я скорее предпочел бы жить в обществе, управляемой первой тысячей имен в телефонной книге Бостона, чем тысячу профессорами Харвардского университета. Конечно, профессоров надо уважать. Но когда либеральная интеллигенция со своими левыми взглядами в лице сенаторов Берни Сандерса или сенатора Уоррена и других рвутся к власти, конечно, становится как-то не по себе. Вот пример штат Калифорния, в котором я живу, где политический либерализм просто зашкаливает. Наш штат тратит порядка 30 тысяч долларов в год на одного бездомного. И чем больше он тратит деньги налогоплательщиков, тем больше сюда приезжает бездомных. Сейчас приняты законы оказания бесплатной медицинской помощи нелегальным иммигрантам. Например, мэр Нью-Йорка Бласио требует предоставлять нелегальным иммигрантам субсидированное жилье. А губернатор Калифорнии запрещает гражданам оказывать помощь полиции. Вот когда все это читаешь или слушаешь, просто в голове, что в Нью-Йорке недостаточно своих жителей, которым надо помочь субсидированным жильем, где такие сумасшедшие цены? Нет, ему надо в первую очередь предоставить жилье тем, кто приехал в страну нелегально. Многие американские либералы требуют открыть границы, упразднить службу береговой охраны и пограничников. Американцам присущ лозунг «Сделай что-нибудь для себя». Они высоко ценят образование,
весьма уважительно относятся к профессорским, профессиональным званиям и стремятся к этому не только в контексте, что такой успех приходит в результате тяжелой работы. Они понимают это, что нужен и талант. Это не Россия, где можно купить любой диплом и любое звание. И не Великобритания, в которой много зависит от какого, от класса, которому ты принадлежишь. Европейская элита, аристократия меняет, может, конечно, насмехаться над средним классом, над его манерами, над одеждой, культурой, привычками, но в Америке средний класс – это правящий класс, и его массовая культура завоевала весь мир. Есть еще одно американское качество, которое могут позавидовать жители многих стран. Про Россию я даже и не говорю, там это особенно развито. В Америке нет чувства зависти. Универсальной болезни завидовать другому человеку, его успехам, его богатству, его достижениям. В своих неудачах американец всегда винит прежде всего себя. У меня не получилось. Но надо постараться еще раз, еще, пока не придет результат. Отсутствие зависти – это великая американская добродетель. Конечно, кто-то ездит на дорогой машине – прекрасно. А у меня есть Ford – ну, тоже хорошо. Вот вы знаете, этот крупнейший американский, самый богатый человек в Америке – Джефф Безос, основатель Амазона. Он за 10 лет сделал огромное состояние и одну из лучших в мире компаний. Ну что ж, замечательно, что человек это сделал. Они попробуют, может, и я попробую. А может, и у меня что-нибудь получится. Пусть не в таком масштабе, пусть в другом. Ему не завидуют. Все американцы как раз, он является примером для подражания. А в России ненависть ко всем богатым, к всему, что кто достиг успеха. Все, конечно, воры, все злодеи. Если чиновник, значит, обязательно коррупционер. Раз человек купил новую машину, надо проколоть ему колеса. Вы поезжайте во Францию. Французы несчастливы. Все эти желтые жилеты маршируют уже несколько месяцев по улицам Парижа, требуя от правительства все больше и больше благ. А ведь во Франции самая короткая в мире рабочая неделя – 35 часов, самые длинные отпуска – 6 недель оплачиваемого отпуска. А нам бы позавидовать в Америке. Самые высокие пенсии, достигающие 80% заработка, и практически пожизненная работа. Попробуйте во Франции уволить кого-нибудь, даже если он разгильдяй и бездельник. Практически невозможно. Будут судить работодателя. И того, кого уволили, выиграет процесс, а потом годами не будет работать. Со школы во Франции учат детей, что во всем виновато правительство и богатые. Надо отдать должное простому работающему американцу, который высоко ставит семейные ценности, который любит то, что мы называем жизнью, любит спорт, и который совершенно не прочь провести вечер в баре с друзьями за кружкой пива. Напротив меня живет такой человек. Он уже на пенсии, но не может провести ни одной минуты в безделье. Он все время что-то делает, что-то ремонтирует, что-то строит. И он увлечен. Он все время чем-то увлечен. Вот Америка – это его страна, и он любит ее своим особым патриотизмом. Он первый на нашей улице вывесит в дни американских праздников флаг и всегда спросит, нужна ли какая-нибудь помощь. Соседи на нашей улице ежегодно кто-либо из них устраивает пари, приглашая всех просто так прийти, поговорить, выпить. Это и есть настоящая Америка. Конечно, в больших городах ситуация другая. Большой город растворяет человека, маленький объединяет. Люди мало интересуются политикой, практически вообще не интересуются, что происходит в других странах. Но у них есть другое важнейшее качество. Они живут своими интересами, интересами своей семьи, своей комьюнити. Когда 5 лет назад наши местные власти этой деревни, где я живу, решили построить новую библиотеку, ей пользуются в основном школьники.
Вот. И это вызвало немедленный отклик любого, кто здесь проживает. Собрали несколько миллионов долларов, построили прекрасное здание. Американцев совершенно неинтересны события в России. Здесь нет русофобии. Но их занимают интересы своей церкви, своей синагоги, своей фермы, своей деревни. И это правильно. Включите русское телевидение. Это тошнотворные, лживые программы. О чем они говорят? О том, как живут россияне, о нищете. 23 миллиона живут за чертой бедности. О развалившем непригодном жилье домах. Их в стране сейчас 15% от общего количества жилья. О низкой заработной плате, о плохой медицине. Нет, об этом на русском телевидении не говорят. Это запрещенная тема. Говорят о бендеровской Украине, вот уже 4 года подряд ежедневно, и страшают загнивающей, разваливающейся Америкой. Есть еще один аспект, знакомый каждому иммигранту. Америка – страна, в которую за лучшей жизнью приехали люди со всех концов земного шара. Здесь вы услышите все языки, все наречия. Здесь мирно уживаются все культуры. И, конечно, в Америке много противоречий. Есть и расизм, есть и антисемитизм, есть и негатив в отношении мексиканцев. Но все это на бытовом уровне и не присуще большинству людей. Здесь нет государственной политики преследования меньшинств или дискриминации по расовому или религиозному признаку. Америка и потому стала великой страной, что в своем многонациональном котле переплавила всех и все, создав свою американскую культуру. В середине 90-х годов канцлер Меркель, она еще тогда не была канцлером, она первый раз приехала в Америку, и она только там, как говорят, начинала делать свою карьеру в христианско-демократической партии. И кто-то из журналистов довольно развязно спросил ее: «How are you, Меркель?» Она просто растерялась. В Европе не принято задавать такие личные вопросы. Потом, как-то замявшись, она ответила: «Great!» И все рассмеялись. Конечно, наши политики, конгрессмены, сенаторы, губернаторы, президенты любят говорить: «Американский народ должен знать. Американский народ заслуживает лучшего. Америка превыше всего». Конечно, все дороги ведут к сверкающий город на холме и так далее. Но это, скорее всего, фигура речи. Основным принципом Америки – живи сам, дай жить другому, и если можешь, помоги другому. В послевоенной истории Америка твердо стала на путь противостояния коммунистической агрессии. Войны в Корее, Вьетнаме были тяжелейшие, кровавые, погибло много солдат. В Вашингтоне построены великолепные мемориальные памятники. Все это впечатляет. Ни один институт американской жизни не пользуется такой популярностью и уважением, как американская армия. Почти в каждой семье есть кто-нибудь, кто воевал, кто служил или служит в армии. Ветераны американских войн не забыты, они пользуются большим почетом. Я вам скажу, что бюджет Департамента по делам ветеранов в этом году составит 70 миллиардов долларов. Это больше, чем официально весь военный бюджет России. Несколько слов о любви американцам к индустрии развлечений, казино, к бесчисленным пари на скачках, спортивных играх, к автогонкам. Вершиной этого стал Лас-Вегас. Самый честный город, состоящий из подделок. Тут тебе и Эйфелева башня, и остров сокровищ, и Нью-Йорк. Лас-Вегас – это он противостоит Вашингтону. Лас-Вегас не скрывает, что у него кругом подделки, а вот в Вашингтоне как раз это все скрыто.
Многие говорят, что Вегас ужасное место для посещения, но хорошее место для жизни. Средняя стоимость аренды где-то порядка $1000 в месяц, а хороший неплохой дом можно купить за 300-350 тысяч долларов. Вы можете, это будет хороший дом, четырехбедрумный, да и в хорошем районе. В прошлом году как раз мы были в пригородах Лас-Вегаса, и я должен сказать, что это впечатляет. Тихо, спокойно, зелено и красиво. Сейчас пришло время для небольшого перерыва и продолжим. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яна Йоффе «Странички истории». В этом сегменте Ян, как всегда, любезно согласился принять ваши звонки или выслушать ваше лаконичное мнение. Набирайте номер телефона 847-400-5200, и мы будем общаться. Ну, а пока, Ян, прошу вас. Спорт в Америке – это главная тема разговоров. Здесь не очень любят говорить о политике или о религии. Дело в том, что даже вот когда ты находишься, ну, среди людей, ты никогда не знаешь, ну, что другой человек, что он думает о политике. Ян, я прошу какой-то... прощения, есть звонок, давайте примем. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Спасибо Яну за передачи. У меня такой вопрос, пожелание. Может ли Ян когда-нибудь рассказать о Зееве Жаботинском? Я где-то когда-то читала, что когда он умирал, он мечтал быть похоронен в Израиле, а ему в этом отказали, его не похоронили. И что такое, почему сионизм, что-то это плохое течение, что ли, объяснить? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Хорошо. Как при случае я расскажу подробно. Жаботинский похоронен в Израиле, а сионизм, запомните это, это очень и очень хорошее течение. Это национальная идеология еврейского народа о возвращении на свою историческую землю. Это, конечно, хотелось бы знать, чтобы все знали это. Ну, так что продолжим, да? Да-да, пожалуйста, я вам дам знать, если значит, поступит за мной. Да, я говорю, что спорт в Америке – это главная тема разговоров. И действительно, когда начинаешь разговаривать, когда это, ну, иммигранты любят говорить о политике, или в России это вообще главная тема разговоров, люди спорят чуть ли не до драки, ты за того, да. Американцы стараются этого избегать. Ну, зачем, если ты уж пришел в компанию, и всем хочется хорошо провести время, зачем затрагивать болезненные темы? И вместо того, чтобы поднять настроение, оно у всех опускается, потому что, особенно когда встречаются два каких-нибудь непримиримых соперника. Есть нейтральные темы. Религию тоже люди не любят затрагивать, потому что здесь сотни разных религий, сотни разных убеждений. А вот спорт, он всех объединяет. Тем паче, благо, выбор для спорта в Америке большой. И американский футбол, и баскетбол, бейсбол, и все это на хоккей, все на высоком уровне, с высоким уровнем профессионализма. Если, конечно, тема одна из самых больших и обширных, и вообще надо, на мой взгляд, мне надо было бы уделить ей больше внимания, это разговор о американской культуре. Достаточно вот где-нибудь в Европе сказать, что ты американец, и сразу же разговор перейдет на Голливуд. Влияние, которое оказали американские фильмы, на мир огромен. Конечно, кино бывает разное, хороших фильмов не так уж и много. Но у каждого есть свой любимый жанр. Я, например, предпочитаю американскую классику, ибо или пересматривать фильмы, которые в свое время получили Оскара. Из классики я люблю, как ни странно, жанр, к которому я давным-давно, как говорят, привык. Это вестерн. И звезды этого жанра – это Гэри Купер или Рэндольф Скотт или Джон Уэйн, снявшийся, наверное, более чем сотни фильмов. И дело не в том,
что насколько они точно изображают ту американскую историю американских ковбоев. Вот они скорее всего изобразили то, что во что мы хотим верить в американской истории, в этих бравых, мужественных ребят, честных, простых. Это все то, что имел в виду Джон Форд, когда в одном из фильмов он говорил: когда легенда становится фактом, то я предпочитаю легенду. Да, это вестерны, американские легенды, но они мне нравятся, потому что герои вестернов всегда вынуждены как сделать какой-то моральный выбор в том жестоком мире, который их окружает. И это самое главное. И хотя этот выбор дается им нелегко, они его делают. И в этой вечной сказке добра и зла побеждает добро. Конечно, абсолютно бездонная тема – это тема американской музыки, театр, джаз, мюзикл. Из этого бездонного колодца мое любимое время и музыка – это времен Big Bands. Их начало лежит еще к концу 19 века, когда небольшая группа музыкантов – кларнет, саксофон, тромбон, ударник, пианино – оркестровали какую-либо мелодию. Когда каждый инструмент играл свою часть, как говорили на юге, «jazzing up», так родился «Dixieland Jazz», родина Нью-Орлеан. В 20-е годы весь джаз переместился в Чикаго. И здесь появился и оркестр Пола Вайтмана, и начали играть выдающиеся музыканты Глен Миллер, Бенни Гудман, Макс Каминский, братья Дорси и Леон Попола и другие, их так и называли – чикагцы. В 1932 году Бенни Гудман организовал свой оркестр. До этого он играл в чикагском оркестре Поллока. По популярности с ним мог только сравниться оркестр Джина Крапа, тоже из Чикаго. Время Big Bands дало миру выдающихся музыкантов. Луис Армстронг, многие из них работали в известном гарлемском Cotton Club в Нью-Йорке, включая Дюка Эллингтона. В 1931 году его оркестр был ведущим в этом клубе. В эти же годы сюда сюда входили и выдающиеся джазовые пианисты, включая Каунт Бесси. В 1938 году Глен Миллер сформировал свой новый оркестр, который отличался от всех новым качеством звука, где солировали кларнет и тенор-саксофон. И так уже повелось, значит, Америка великая страна. Ну и вот именно потому, что она великая страна, конечно, и как у любой великой страны, да и у малой, конечно, у нее много недостатков. И вот это, и поэтому она, не очень много нападает. Ну, конечно, сейчас основной поток идет из России, чего тут только и Америке не предсказывают. Вот-вот ей придет конец, вот доллару придет конец, вот экономике придет конец, и Америка ничего не делает и не производит, только печатает деньги. А вот если ты спросишь простого русского, ну скажи просто вот так, если Америка ничего не делает, почему американский экспорт намного больше, чем весь валовый национальный продукт России? Если Америка только печатает деньги, так что же она экспортирует? Что она экспортирует воздух? Да нет. Она все, что вы видите в этом мире, Америка экспортирует. И самолеты, и двигатели, и новые технологии, и сервис. Это великая страна. И естественно, конечно, сейчас мы пришли ко времени, когда действительно мировой такой более-менее сложившийся порядок после Второй мировой войны, он меняется. Ну да, это было идеологическое противостояние, значит, капитализма с коммунизмом. Причем противостояние, как говорят, шло, как говорят, на всю, в любом уголке земного шара. Вот эта коммунистическая зацикленность, что вот все, пришла эта новая система, которая будет доминировать во всем мире, не считаясь ни с чем. Ведь смотрите, ведь как же получилось? После Второй мировой войны Россия оккупировала Восточную Европу. Что значит оккупировала? Россия считает, что она освободила Восточную Европу от нацистского ига. И это правда.
Миллионы погибших советских солдат говорят об этом. Но, казалось бы, освободив Восточную Европу, если бы советская армия, как говорят, ушла и дала народам Восточной Европы самим развиваться, ну, явно, что никто из них не хотел коммунистического общества. Это чистейшая воды в правду, особенно в Польше, там, или в Чехословакии, или так далее. Но на штыках привели к власти коммунистов. Естественно, когда эти коммунистические режимы рухнули, появилось такое негативное отношение к Советскому Союзу, которого уже больше нет. Перешло это и на современную Россию, которая вместо того, чтобы сказать, как оно было в действительности или в реальности, или ну как-то показать историю такой, какой она была, создали очередную новую легенду. Нас не любят, нас не уважают и так далее, и так далее. В этом плане вот это противостояние Америки Советским Союзом, это было очень тяжелое противостояние, потребовавшее триллионов долларов. Но в конечном итоге не Америка, а западные идеалы, как говорится, вышли победителями, Советский Союз рухнул. Но сейчас образовались действительно все, однополярный мир тоже ушел в небытие, на горизонт вышел Китай, очень мощное, очень динамично развивающее государство, быстро ворующее чужие технологии и быстро на их основе развивающее свои. Тут же, как говорят, за последнее время при Путине Россия серьезно стала. Это не ельцинская Россия, это тоже мощное военное отношение государства. У Америки уже появились два серьезных стратегических противника, Китай и, значит, нынешняя Россия. И в этом плане, конечно, идет идеологическая борьба. Из России идет бесконечный поток грязи в отношении Америки по любому вопросу. Причем нынешняя пропагандистская российская машина, на мой взгляд, намного хуже, чем советская. Дело в том, что та пропагандистская машина идеологическая, у ней был какой-то руководящий центр, отдел пропаганды ЦК, КПСС, ну, короче, четко установленные рамки и прочее. И в конечном итоге советские политологи вели себя корректно в пределах той идеологической войны, которая в то время была. Сейчас этого нет. Сейчас настолько грязно, настолько подло, настолько низменно, передергивается, переэто... И трудно даже сказать, как это все организовано, где этот центр, этот антиамериканской идеологии сейчас расположен. Кстати, ну настолько люди уже устали от этой антиамериканской антиамериканизма, что вот последний опрос говорит, что в России потеплело немножко отношение рядовых россиян к Америке. Если раньше к Америке негативно относилось более 70% населения России, то вот последний опрос показывает, что эта цифра упала до 50%. Значит, по каким-то причинам уже это наелись этой пропагандой, и она уже просто не работает. Но вернемся все же к нашей стране, к Америке. Америка жива. Очень много сейчас мне лично не нравится. Особенно хорошо помнишь тот период, когда мы только начинали жить в Америке. Все же и обе политические партии искали больше компромисса. Как-то в общем целом работал Конгресс, Сенат и прочее. Сейчас явно виден идеологический раскол. Сейчас уже на первое место ставятся не интересы Америки как страны, а интересы своей партии или своего кандидата. И на это на фоне происходит такое ожесточенной клеветы. В эту клевету оказались втянутыми и какие крупные средства массовой информации. Возьмите эти бесконечные нападки на нашего президента со стороны ведущих американских газет «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Мне это вдвойне обидно, потому что, я вам признаюсь честно, я десятки лет ежедневно читал «Нью-Йорк Таймс». Это левая газета всегда была, но я ее уважал за крайне высокий уровень профессионализма, ее воскресные номера, обзор американских книг, бук-ревью, это вообще было что-то бесподобное, или культурный обзор там, на новостей, там, Бродвей и прочее. Сейчас это как-то все исчезло, и это все какое-то стало довольно грязновато. Неприятно это все, но, может быть, это такой период, через который всегда любая страна проходит. Немножко потом проходит дождик, грязь смывается, а страны же, они же никуда не исчезают, они живут
и Америка будет жить. Многие дела как-то забывают величие Америки. Действительно, это большая страна, и действительно, она может все. Она и сегодня кормит полмира. Дай только нашим фермам, не ограничивая их возможности, дай им новые рынки, они будут кормить и весь мир. То же самое и в технологиях и прочее. По-прежнему американцы стоят. Возьмите 10 крупнейших, что у вас дома, технологических открытий, чем вы сейчас пользуетесь, из 10 там 8 или 9 сделаны в Америке. Жива наша Америка. Жива и будет жить, и будет процветать. А я вам желаю всего доброго.